Не шалите, не дешалите. Все на местах, приготовить документы. Черт, это нелепо. Здорово. Сейчас все выяснится, это недоразумение. Здорово. Здрасте. Извините, пожалуйста. Пришел синематограф, новые фильмы. Я еще в Виннице слышал об этом фильме. Я из Винницы. Слышали, завод Марголина? Нет, я уже не садовый. Вы подумали, что я Марголин? Нет, я не Марголин, я не владелец. Знаете, от волнения. Ну, со всяким, может быть, схватили, тащут. Представьте себя на моем месте. Нет, это недоразумение. Сейчас все выяснится. Господа, мы сейчас все вместе посмеемся над тем, что происходит. У меня был товарищ Буссе, гимназист. Румянцев, в машину. Поехали. Прошу. Смотрите у меня. Телятина. Репетировать, Оленька. Поправьте цветы в углу. Портрет. Где портрет? Несу. Так, Оленька, повернитесь к аппарату. Посмотри. Прекрасно. Мишенька, здесь надо что-нибудь интимное. Вот хорошо. Где револьвер? Вот он. Так, револьвер на месте. Теперь посмотрели в окно. Пошел дождь и молния. Так, пошла молния. И хорошо. Посмотрите опять на портрет. Глубоко вздохните, прикусите губу. Прекрасно. Улыбнулись. Ну, примерно так. Александр Александрович, свет горит, что делаем? Гасите. Ольга Николаевна, молоко? Нет, спасибо. Вам грин попали. Что? Я пойду покурю. Да, курим, Мишенька. Вот... Хорошо бы здесь надпись я такую придумать... По-моему, это излишне. Что-что? Напишу. Напишите. Господа, неужели вы не понимаете, что все, что мы делаем, это ужасно? Александр Александрович, дорогой, ну я не могу так больше работать. Я не могу работать без партнера. И я чувствую себя нелепой, голой. И потом, это так не совпадает со стилем. Господин Максаков, Александр Александрович, голубчик, дорогой, ну я не могу больше без партнера работать. Оленька, все хорошо, милая, все прекрасно. Ой, Господи, ну когда же, наконец они приедут? Ну когда же, ну сколько же можно ждать? Господи!
искупаюсь? Да, купайтесь. Ой, боже. Он ухватил ее двумя пальчиками. Так, за что он ее ухватил-то? Ах, не так, не так, не тонко. Есть хочется, худеть хочется. Все хочется. Берегись! Отойдите! Отойдите! Приехали. Я тут декорацию помял. Простите, пожалуйста. Почините, почините, пожалуйста. Сейчас все починим. Спасибо, спасибо. Как тут, Энди? Здравствуйте, мой маленький, здравствуйте. Нет, это потом, это потом. Тебе понравился новый день? А ты точно это? Ой, благодарю вас. Ну что вы. Почему не снимаем? Пленка кончилась. То есть как? Кончилась пленка. Простите, пожалуйста, одну минуточку. То есть как кончилась? Ой, боже мой. Куда же одевалась-то? Ведь должен был хватить еще на завтра. Лабораторный брак. Брак? Опять? Я вычту вас из жалования. Устоит ли храм вашей любви, воздвигнутый на слезах рабы? Но невозможно. Невозможно произносить, слова в горле застревают. Оленька, ну не надо! Ну не надо так, Оленька, это хорошо! Виктор Иванович, скажите! Сан Саныч, это не просто хорошо, это гениально. Кто вы такой? Безобразие, понимаете? Ваше дело ручку крутить как следует. А вам не надо. Что вы вечно лезете? Лезет и лезет. Брак, понимаете? Зато я работаю по воскресным дням. Когда тусим с вашими... Безобразие, понимаете? Это не забывайте. Что вы делаете? Понимаете, это наш процесс. Это мужский процесс. Я должен сообразить, как снять лучше. Ну, насыпай, как господин Потоцкий, а я ни за какие деньги не согласна произносить эту чушь. Ольга Николаевна, как? И господин Максаков никогда не согласился бы. Ольга Николаевна, девочки, идите, это вам. Маша, Катя, иди сюда. Мы договорились. Договорились, да? И режиссер, господин... Калягин. Александр Александрович. Обещали утеплить, очеловечить. Да, одну минуточку. Сейчас утеплим и очеловечим. Вениамин Константинович, дорогой мой, если вы иссякли, если вы потеряли искру Божью, то так и признайте. Но нельзя все время подводить меня и вот Ольгу Николаевну. Я же вам плачу по 30 рублей за сценарий. Не всякий модный писатель так получает. Сава Яковлевич, я перепишу. Я все гениально перепишу. Я обещаю вам. Фу, ну и жарища. Что? А вас вообще не спрашивают? Безобразие. И что, у вас никого не бывает? Нет. Так, ясно. Да, пошли. О, Вялин. Вялин. Как там, Ольга Николаевна? Хорошо, спасибо. Большой ей привет. Все выехали 2 недели тому назад, и не слух. Может, они к Махно попали?
Или к этим, так, другим бандитам. Да, замечательно про наше российское кино сказано. Все мы звери в дикой роще, все плюем друг другу в очи. Вот уж истина. Да нет. Вот я за свою жизнь никому зла не делал. Извини. Ну что, худеть надо? Ты не желал. А вот вы, между прочим, с пленкой, меня просто зарезали. Зарезали. Вот так. Сав Яковлевич, а я рад, что у нас пленки нет. Во-первых, нам снимать нечего. Ну? И не для кого. Опять? А что я сказал? А что я сказал? Я ничего не сказал. Я ничего. Уйдите с дороги! Уйдите с дороги! Нет, ждать не будем. Достанем пленку и доснимем. А вместо Дюшова возьмете Вяземскую. Ну да, я знаю. Но у меня с ней ничего не было. Что-то было красиво. О! А вот этого можем вместо Максакова. Его? Никогда. Господин Канин, вы сейчас у кого снимаетесь? Я сейчас у Кожохина. А через час вот у самого Бойма начну. А в какой роли? Да черт его знает. Вы только сказали, что с бородой. Понимаете, такая история. А вы что, хотите меня пригласить? Нет, 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 мы Максакова ждем. Максакова! Максакова! А то торопитесь. Я ведь теперь на расхват. Ну что, девочки, коммансаба? Господа, съемка! Дымы! Аппарат! С Богом, начали! Хорошо, хорошо, у стражника сон. Его мучает кошмар. Поворати голову к аппарату, ты лысый! Хорошо. Дождь. Дождь пошел. Маленько. Гусь. Хорошо. Хорошо. Из-за кустов страшно и медленно выползают янычары. Страшно. Ой, как страшно. Всем страшно. Главное, искать все больше. Зубов не видно. Хорошо. Хорошо. Короткая схватка. Убивают пленников. Ты что, дурак, делаешь? Ты что, копьем размахиваешь? Ты же ему плачи не даешь. Ну, поди ты, дурак. У нас пленка кончается! Ну дай его! Ходи что-нибудь! Живой! Или я должен сделать сам! Кончаться! Ну поди ты! Замечательно! Сняли, господа! Александр! Маменька! Больно смотреть. Люди делом занимаются, а мы прохлаждаемся. Ой, он уже 3 дня снимает, подлец. А еще пару дней картин выйдет на экраны. Да, и тогда мы будем иметь хороший вид. Господи, помоги, пронеси и спаси. Загуби их восточную дребедень, Господи. Ну, хоть раз в жизни, Господи, помоги мне, Господи. Милостивый Боже, помоги, прошу тебя, Господи, помоги мне. Алексей Александрович! Алексей Александрович! Александр Александрович, вот что я подумал, смотрите-ка, интересно. В Москве большевики, здесь деникинцы, посредине эти петлюровцы. А мы, знаете, как в детской. Такая розовая-розовая детская. И жизнь-то наша вся, как дом горящий. А в нем детей забыли. Да, все верно, все верно. Знаете, когда я в детстве боялся чего-нибудь, то я закрывал глаза, прятался. А наш-то пишешь.
помощь. Господа, не будем открывать глаза, не будем открывать глаза. Слушайте, хватит писать. Я перепишу, я все понял, гениально перепишу. Пошли, понял. пошли на свежий воздух, господа. И не будем открывать глаза. Пошли, господа, пошли на свежий воздух. И будь что будет. Конечно, начали. Тут вас ждем. Маша, перестань. Ну, как ловилась? Маша, да? Перестань трогать. Что ты хочешь? Александр Александрович, вот что значит юг-то. Трава. Сухая. Как бумага. Высушенная вся. Да. А помните, мы снимали с вами в этом? Под Москвой-то. В Архангельском. Архангельском. Помните? Трава там какая, помните? Октябрь был. Разве? Октябрь. Октябрь? Да. Октябрь. Так живая просто. Грибами пахнет, помните? Да. Средняя полоса России. Средняя полоса. А Марфина, помните? В 14-м году. В 13-м году. Да. А что мы снимали? «Война и мир». А, да. «Война и мир». «Война и мир». Оля Николаевна снимала. Да. И потому что трава. Из-под снега видно. Узкий снег, а? Да. И трава такая зеленая. Ноябрь месяц. Средняя полоса. Да, поразительно. Ну, не надо, Сава, не надо. А то я заплачу. А вы все идите, вам худеть надо. Слушайте, Сава, ну нельзя так, это интимная вещь, это не деликатно. Ну, простите, голубчик, я не хотел вас обидеть. Тогда не надо говорить. Ну? И вы не хотите мне сказать, где вы были? Как где был? На пруду рыбу ловил. С утра? С утра. Самого-самого утра. О, пылище-то на пруду. Давайте уж я. И эта рыба, которую вы не поймали, стоила нашей прогулки? Завтра непременно. Не сердитесь. Как всегда? Я буду в танцклассе. Хорошо. Thank you.
Косач, Гололобов! Господа, это опять я. О, Николай Николаевич, смелости просит. Здравствуйте. Я там привез немного вина. Бога ради, извините, господа, за такой вид. Служба. Любовь Андреевна. Спасибо, Николай Николаевич. Добрый день. Здрасте. 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 Прекрасный вид. Пополнели. Спасибо. Ольга Николаевна, голубчик. Простите, господа. Я пройдусь немножко. Ольга Николаевна, это спасибо. Вам. Спасибо. Позвольте ручку. Здрасте. Вы давно здесь? А Виктор Иванович у нас с самого утра на пруду рыбу ловил. Что вы говорите? С самого утра? Счастливый человек. Ну и как рыбалка? А, ничего. Да. Вода уже холодная. Да, вода уже холодная. Как вы? Да что я? Я служу. Ольга Николаевна, ради бога, извините меня за этот вид, но 200 верст по пылище. 200 верст. Смотрите, какая пыль. А автомобиль? Знаете что? Перекрашу его в бежевый цвет. Как у вас. Ведь на вашем совершенно пыли незаметно. Ну, бог его знает. Перекрашу. Кстати, Ольга, вода действительно очень холодная, и девочек нужно поберечь. Ну, что, простите, не буду вам мешать. Простите. Нам и не мешал. А? Что? Что вы там наговорили? Что вы там наговорили? Про рыбу? Нет, про воду. Про воду? Вода уже холодная. Вы позволите? Милости просим, Николай Николаевич, конечно. Еще раз прошу извинить, так сказать, за вид. Ну что вы, что? Служба. Николай Николаевич, простите, Бога ради, это бестактный вопрос. Да-да. Очень часто я вас встречаю, но вы как-то все время не один, а в компании с солдатами. Почему? Страшно. Как? Так. Страшно. Вам тоже? Мне тоже. Вы начальник контрразведки, вам бояться нечего? Мне бояться нечего. Виктор Иванович, а? Мне бояться нечего. Сава Яковлевич, дорогой, в городе подпольщиков больше, чем фонарей. И на фронте отступаем с криками «Ура!». Господи, ну когда же, наконец, они приедут? Нет. Сегодня непременно будет, вот увидите. Вы каждый день это говорите. У меня сегодня предчувствие. Иван. Тогда иду. Добрый день. Это мой друг Иван. Он здесь хозяин. А это Ольга Николаевна Вознесенская. Добрый день, я узнал вас. Как дела, Виктор Иванович? Все в порядке? Снимаем. Вы что-нибудь еще хотите? Нет, нет, спасибо. Тогда я пойду. Ну, завтра увидимся, да? Да-да. Виктор Иванович. Голубчик. Вы не слушаете меня. Виктор Иванович. Может, побежали, а? Мамочка, мама, смотри, Вознесенская живая. Мамочка, скорее. Виктор Иванович, быстрее смотрите, сколько их. Ольга Николаевна, подождите, Ольга Николаевна. У меня интереснейшая мысль. Ольга Николаевна. Ваша последняя фильма всколыхнула русское искусство. Публика в восторге. Ольга Николаевна, подождите. Вы колдунья. Ваша новость не покорила народы. Тащите нас, мы ваши. Ольга Николаевна, куда же вы? Ну подождите. Умоляю. Все. Слушайте, как много дураков, а? Знаете что? Вот что я подумала. Да? Удивительно. Вот когда окно грязное,
то и все, что за окном, тоже кажется грязным. Вот так же и в жизни. Столкнешься с чем-нибудь неприятным, и сразу вся жизнь кажется ужасной-ужасной. Верно? А вот когда за окном решетка, то и небо кажется в клетку. Не замечали? Ну почему? Ну почему с вами ни о чем? Невозможно говорить серьезно. Ну какой вы право? Какой? Ну какой? Ну? Боже мой. А ведь я действительно вас совершенно не знаю. Но, милый мой, я прожила слишком много чужих женских жизней, чтобы меня мог обмануть мужчина. Что? Что вы на меня так смотрите? Ну, поехали, поехали. Куда изволите? Не знаю куда. Ботанический сад. Слушаюсь. Я давно хотел поговорить с вами. Что? Да нет, другой раз. В Москве, наверное, сыро, идут дожди. Максаков непременно привезет простуду. Приедет капризный, сопливый. Вы очень скучаете по нему? Я по Москве скучаю. А, Москву-то хочется. Хочется. Но что я там буду делать? Сниматься в кино. Ни мне, ни Максакову там больше делать нечего. Кино там больше нет. Да нет, почему? Есть. И потом, что вы ко мне привязали со своей Москвой? Моя мама... А светло подшивая кружева. И всю жизнь мечтала уехать в Париж. И до сих пор мечтает. Дайте крутнуть. Пожалуйста. Дайте. А то вы... Ой, страшно. Ой, сейчас куда-нибудь попадем. Теперь без меня? Нет, не надо. Подождите, я вам скажу, кто вы. Хочу. Хотите? Да. Вы большевик. А вы знаете, что это? Ну, расскажите. Не скажу. Когда меня ранили в 2014 году, я лежал в лазарете. Однажды мне сказали, что в соседнюю палату привезли артиллериста, мужа актрисы Вознесенской. Мне очень хотелось посмотреть на него, но не пришлось. Да, Владимир был замечательным человеком. Он умер в 2014 году. Я знаю. Ольга Николаевна, выслушайте меня. Я давно хотел поговорить с вами, но не решался, боялся, что вы меня не поймете. Милый, я знаю, вы хотите жить в привычном и приятном для вас мире, но его уже нет. Он схвачен за горло, схвачен намертво. Вы не представляете себе даже. Понимаете, рождается новый мир, строится, страна, вы. Ведь тысячи людей погибают. Ну, а вас душит сумасшедшая скука. Скука и опустошение. Нельзя так жить. Я очень хочу, чтобы вы поняли.
Милый, чудный, непонятный Виктор Иванович, вы просто ревнуете меня к Максакову. Мы все равно будем с вами гулять каждое утро, когда они приедут, так и знаете, все равно. Кормить детей надо, пока ехали, надо было доставать хлеб, все, а пленки, на пленке я сижу, боюсь, что мы ее не стащили. Ой, господи, что я пережил, не могу. Ой. Телефон не работает, света нет, вы понимаете, и голод, совершеннейший голод. Хорошо. Вы пса моего помните, Рекса? Такой голод, что нам пришлось съесть всю его овсянку, бедный пес. Но не это самое главное. Как мы ехали 2 недели, целыми сутками простаивали в тупиках. Помыться негде. Виктор Иванович, а ведь его нигде нет. Я знаю, Ольга. Он остался там. Максаков? Максаков? Да он же сумасшедший. Он сумасшедший. Ну, вы представляете, заладил одно. Родину не брошу, родину не брошу. Стасик, родину не брошу, родину не брошу. Я ему говорю, какая вам там родина? Что с вами? Со мной? Что? Чему вы все радуетесь? Нет, каков, а? Нарушил контракт, отказался ехать. Ну, как же мы без него? А, ну, черт с ним. Дурак. Спелся с Максимом Горьким. Но тут хоть из босиков, тому простительно. Ну, это же глупо. Что он там... Что он там будет без нас делать? Да ну, ерунда. Слава, Ганин есть. Да с ними, Ольга Николаевна. Пойдем. Вина хотите? Оставьте меня. Господа, господа. А между прочим, там, в Париже... Оставьте меня. Господа, господа, прошу всех ко мне. Даю фуршет, господа. Смотрим на портрет. Прекрасно. Так хорошо, мама.
молодец теперь. Повернулась, так. Хой, граф. Так, твой Жука пошел. Так, хорошо огляделся. Прекрасно. И приставай, приставай. Отбивайся, отбивайся. Графиня пошла. Так, пошла графиня. Молодцы, молодцы. Хорошо, хорошо. На колени, на колени. Вот, хорошо. Изогнись, изогнись еще больше. Мне так неудобно. Терпи, терпи. Мне неудобно. Графиня, дышите чаще. Прекрасно. Стоп. Как вас? Сняли. Замечательно. Александр Иванович, поздравляю. Занимайтесь своим делом. Великолепно. Мальчики, мальчики, сюда, скорее, 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 скорее. Александр! Лизонька, все хорошо. Мальчики, мальчики, берите, берите, берите скорее. Вот. Я пока не нужен. Нет, спасибо. Нет. Пожалуйста. Мишенька, иди в куинь. Вот, вот, вот. Хорошо. Очень хорошо. Вот так, вот так. Нимфочка, солнце, ну что вы сделаете? Не мешайте мне. По-моему, хорошо. Что хорошо? Что хорошо? Все великолепно. Неужели вы не понимаете, что все это неправда, чушь какая-то? Какая там правда, Ольга Николаевна? Главное, красота. А остальное все максаковщина. Забудьте. Он нас забыл, а мы его забудем. Что? Кто? При чем тут Максаков? При чем? Он пуст, как барабан. Он манекен, нет, понимаете нет, Оленька, вы? Я не соглашусь с вами. Собяш, не надо. Вы же видите их. Это один из интереснейших артистов. И мы должны ему быть благодарны за это. И вы, Оленька, в том числе. Я? Да, милая, да, это Максаков. Александр Александрович, голубчик, я-то за что? Я уже имела огромный успех в ваших фильмах, когда начала с ним сниматься. И если хотите знать, то это он. Да-да, он, это ничтожество. Ольга Николаевна. Да, оставьте меня. Он обязан, он должен быть мне благодарен. Да, да, он ничтожество. Жалкий актеришка. Ну, он даже не сможет. Я не могу здесь, я не могу здесь больше работать. Я завтра же уезжаю в Париж, мама. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Боже мой, чем мы занимаемся? Кому все это нужно? Все временно, все на бегу. И в конце концов, мне 28 лет, я известнейшая актриса. Ольга Николаевна. Имею я право ванну после работы дома принять. В гостинице неделю нет горячей воды, и я никому об этом не говорю ни слова, никто не об этом не знает. Ночью холодно, сплю с мамой и с девочками в одной постели, я не могу так больше жить. Я хочу жить нормально, по-человечески. Я завтра же уезжаю в Париж. Ну, о каком Париже вы говорите, Ольга Николаевна? Не надо меня уговаривать. Ну, не надо меня уговаривать. Ведь ребенку же ясно. Что с вами происходит? Что? В Париже. Что, в Москву что, вам что? Надо. Опять Максаков? Он ничтожество, ваш Максаков, понимаете? Ноль, 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 ноль. И не нужно со мной об этом больше говорить. Не нужно со мной. Ну, ладно, не хватит. Не нужно со мной об этом хватит больше говорить. Орать. Что? Хватит. Что? Вы понимаете, что вы... Нет, вы понимаете, с
кем вы разговариваете? Ольга Николаевна. Кто вы такой? Нет, вы понимаете, кто вы такой? Ну, Ольга Николаевна. Кто вы такой? Кто? Откройте сейчас же дверь, откройте, несчастные операторщики, ничтожество! Господа! Господа, опомнитесь, куда вы стремитесь? То, что мы делаем, это ужасно! Вы даром теряете время, господа! Вас обманывают! Максаков бездарнейший артист! Я, то, что делаю я, это ужасно, пошло, безвкусно! Прошу вас, господа! Из меня сделали идол, я обыкновенная женщина! Оглянитесь вокруг! Вокруг нищета! Голод! Господа! Среди нас только вознесенка! Идите на улицу! Она сидит на ступеньках, рядом чемодан, рядом чемодан. Жара, как летом? Они крадутся, и что-то мешает им напасть. Добрый день. Добрый день. Добрый день, добрый день. Так, что-то мешает им напасть. Александр Александрович, мы поправили. Ну, как теперь? Выстрел. А так, хорошо? Хорошо. Ладно. Это будет моя худшая фильма. Ой, а где Потоцкий-то? Где Потоцкий? Ну, не знаю, ждем, должен приехать. Пиво хотите? Нет. Экзотика все-таки великая вещь. Молодец, литератор. Посмотрим теперь, господин Боем Черах, от лукум слаще. Вы что такой мрачный? Это будет моя худшая фильма. Ну и что? Зато заработаем. Наконец. Слава тебе, Господи. Пардон, я, простите. Все туда, все туда. Пардон, господа, я готов? Ага, очень хорошо, очень хорошо. Только у нас небольшая заминка, ждем оператора. Так может я тогда сценарий пока прочту? Вы что, с ума сошли? Сценарий считать? Нет, дорогой мой, кругом враги, шпионы. Сюжеты воруют. Нет, дорогой мой, так придется. На таланте, на таланте. А это плезир. В каком смысле? Ну, в смысле, шучу. Иван Гаш, дорогой, где ж Потоцкий? Париж пора. Не знаю, я не знаю. Я сам его жду с утра. Я ведь, знаете, раньше обладал приятным таким баритоном. Потом простудился, пришел в кино. Вот.
На что это похоже, господин Потос? Господа, господа, все по местам. Мы и так потеряли 2,5 часа. Да, да, да. Скорее, да, да. Вот вы встаньте на свое место. Виктор Иванович, голубчик, мне кажется, вы несколько... Батюшки! Батюшки! Александр Александрович! Александр Александрович! Потоцкий совершенно пьяный. Никогда я таким не видел. Медленно крадутся. Прекрасно. Пошла машина. Машина пошла. Выходите быстрее из машины. Так, замахи. Выстрел! Оба падайте! Прекрасно! Прекрасно! Пистолет! На колени! Обнимайтесь! Стоп! 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 Когда же наконец кончится это? Когда же наконец кончится это без... Прекратите смех! Ради бога, извините, господа, ради бога, служба. Николай, Николаевич, нельзя. Савва Яковлевич, все, потом объясню, ради бога, простите. Ну что такое в самом деле? Катушка. Здравствуйте. Все время что-то происходит. Ну, Лёшка, хорош, Лёшка. Хотели еще бороду сделать. Турок, показался. Турок знаменитый. Отстоял себя со своим лицом лучше. Да, за что это ваш оператор все время приседает? Да он ведь пьяный. Потом еще нос хотели сделать. Понятно. Тоже пожалуйста, отказался. Но я пойду сюжет повторю. Давай, давай. Стрельников! Построить людей! У Виктора Ивановича, между прочим, у Виктора Ивановича, если хотите знать, у него ранение. Осколок в спине с 14-го года. Угу. Эх, Ольга Николаевна, да? Если бы не вы, шлепнул бы я всю эту кинобанду. А? Я плачу деньги и требую порядка на съемке. Савва Яковлевич. Николай, Николай, честное слово, это просто выше всякой неделикатности. Вы меня извините, конечно. Савва Яковлевич, вы должны меня понять. Сегодня делаем досмотр у всех кинопромышленников. А я здесь при чем? При чем здесь мы? Вы у нас каждый день бываете, каждый день у нас на съемке. Ой, больно, так где больно, что вы? Савва Яковлевич, сегодня на рассвете в Рогатчиках мы казнили несколько человек. Кто-то нелегально снимал это на пленку. Естественно, в провокационных целях. Кто, установить не удалось. Но часом раньше там видели чей-то автомобиль. Именно. Чей-то автомобиль. Чей, опять-таки, установить не удалось. Савва Яковлевич, дорогой мой, у меня нет претензий к вашей группе. А вас лично я просто очень люблю. Вы, дорогой мой, мой человек, Савва Яковлевич. Я понимаю вас. Поймите. Вы должны меня понять. Я понимаю вас. Поверьте, я даже отношусь к вам как с большой степью. Ой, больно, так не больно, что вы. Савва Яковлевич, если бы вы знали, что сейчас происходит на фронтах. В городе оживилось подполье. Савва Яковлевич. Здорово. Ольга, послушайте внимательно. Теперь только вы можете спасти меня. Это очень серьезно. Не оборачивайтесь. Я совершенно трезв. Послушайте. У меня в машине под сиденьем лежит коробка с пленкой. Ее надо незаметно изъять. Только вам удастся это сделать. Знаменитость вне подозрений. Придумайте что-нибудь. Я прошу вас. Катя! Маша! Девочки, что вы там делаете в авто? Ну почему вы такие непослушные девчонки? Сколько раз я вам говорила, нельзя играть в авто. Маша, сиди сейчас же. Что вы на меня так смотрите? Не могу признать. Вы что, не узнаете меня? Это Ольга Вознесенская, да. Да-да-да-да-да. Господи, а я смотрю, она или не она? Она, 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 она. Я потрясен. Конечно, она. Катюша, дай дяде конфетку. Дядя, возьми конфетку. Спасибо, Катюша, спасибо, моя ласточка. Дядя, а
что вот тут? Это документ. Доча, вези колесочку. Дай мне руку, пойдем к бабушке. Катюша! А вы знаете, я же все ваши ленты смотрел. Я и жена, мы обожаем кино. И я вам сейчас скажу, «Любовь и драконы». Правильно? «Розы в пыли», «Дочь гильотины». И еще вот боюсь соврать, не буду говорить. Просто постоянно смотрю. Ну, притворщик. Ну, говорите, говорите что-нибудь. А? Что? А если бы я этого не сделала? Меня могли бы убить. Как? Вас? Да. Господи, как это замечательно! Заниматься делом, за которое могут убить или даже посадить в тюрьму. Господи. Боже мой, как бы я хотела сделать что-нибудь такое, за что меня могли бы посадить в тюрьму. Ну, сделать что-нибудь нужное, ну, хоть кому-нибудь, чтобы мир вертелся вокруг меня. Господи, я хоть даже не быть актрисой. Ну, может быть, просто учительницей или деревом. Или я хотела бы быть травой, землей. Я просто бы хотела быть. Вы есть? Меня нет. Остановите машину. Это капитан Федотов и говорит как-то непонятно. Странный. Хотите посмотреть то, что мы снимаем? Я? Господи, боже мой, конечно, хочу, только я... Завтра ночью будет один нелегальный просмотр, только... Нет, я никому ничего не скажу. Вот клянусь вам. Правда, правда. Ну, вот и хорошо. Как мне одеться? Да какая разница, милая? Знаете что? Я оденусь скромно-скромно, чтобы меня никто не узнал. Хорошо? Хорошо, Ольга, хорошо. Вон их сколько. Виктор Иванович, а? Поцелуйте меня. Где же ты, мечта? Где же ты, моя мечта? Я вдаль гляжу с надеждой. Летит ко мне в зыбкой тишине нежный звук, то ли это смех, нет, то ли это плач, нет, это ты, любовь.
Девочки стали такие тяжелые. Мама, я очень постарела. Да ты что? Ты такая молодая, красивая. Как собака воет. Это в номере под нами. Уехали за границу, а вот собаку оставили. Маленько. Я тоже начала потихоньку укладываться. Белье все поштопала, упаковала. Мама, с посудой начала возиться. Волнуюсь. Мама, я иду сегодня на свидание. Он такой прекрасный, умный, честный, смелый. Он... Мама, мама, ну не плачь, мама. Ну, дай бог, Оленька. Все будет прекрасно. Как в фильме «Весна навечно», помнишь? Дай бог. Это крестьяне, беженцы. Их деревни были сожжены дотла, только за то, что они отказались разгружать воинские эшелоны. Я снимал это 19 числа. А 20-го взяли редактора подпольной газеты товарища Никитина. Вы видите? Сначала его избили, его и всю семью, а потом увезли. А вот так взяли Трофименко, члена подпольного ревкома. 7 лет царской каторги, опознан провокатором. Его тоже сначала зверски избили, потом швырнули в машину, вот, и увезли. В тот день взяли еще 6 человек. И всех их расстреляли за городом, в 15 километрах отсюда, в Белой Паде. Вот. Я не мог подойти ближе. Причем никакого обвинения, ни суда, ни следствия. Просто взяли по доносу, увезли и расстреляли. Капитан Федотов, вот он слева, начальник контрразведки, лично руководил казнью. Он и его подручный Вялин, бывший агент царской охранки. Друзья. А вечером того же дня были расстреляны рабочие, члены стачечного комитета и все их семьи. Сейчас вы это увидите. Смотрите. Федотов запретил хоронить убитых. Только на 3-е сутки к трупам подпустили родных. Вот сейчас вы увидите женщину. Нет, сейчас. Вот у этой женщины была казнена вся семья. Муж и 4 детей. Вот все, что удалось снять пока. Ну что ж, товарищи, надо как можно скорее переправить пленку в Москву. В Европе орут о зверствах большевиков. Посмотрели бы они на это. Хватит ждать. Пора. Ударить по гостиницам, вокзалам, портам, взрывать пароходы. Этого нельзя делать, Саша. Отсюда уезжают не только офицеры. Среди беженцев женщины, дети. Что? А наши дети? Они нас щадят? Кто посмеет осудить нас после этих кадров? Кто под... Ольга Николаевна. А, Александр Александрович, все готово, можно снимать. Ну, как Оленька? Идите, все нормально. Да, все нормально, идите. Да. Ольга Николаевна, ну послушайте меня. Ну, посмотрите на меня. Ну. Вы же русская. Вы добрая. Разве я обидел вас? Разве я делал вам что-нибудь плохое? Нет. Ольга Николаевна, голубушка моя, у нас контракт, ну. Это же работа. А нас ждут в Париже. Ну, как же можно так все бросить?
Ольга Николаевна, вы же не представляете, куда вы едете. Вы не знаете, что в Москве-то делается. Ольга Николаевна, голубушка вы моя. Ольга Николаевна, Любовь Андреевна, скажите, объясните, это же самоубийство. Вы же погибнете там. Оля, ну скажи хоть что-нибудь. Что же вы со мной это делаете, Ольга Николаевна? Александр Александрович, скажите что-нибудь. Что же вы молчите все время? Александр Александрович. Я вас понимаю, Ольга Николаевна, я вас очень понимаю. То, что мы делаем, так ужасно, так бездарно, глупо. Эх, здесь был этот поезд. И Москву. Москву. Ну? Тогда другое дело. Пойдем мороженое есть! Пойдем, пойдем! Пойдем! Пойдем мороженое есть! А теперь можете ехать куда хотите. Пойдем! Вы не дали мне уехать. Вы погубили меня, так и знаете. Так и знаете. Я погибла. Простите, Ольга Николаевна. Вы опаздываете. Я не виноват, поверьте. Так получилось. Тысяча. Угу. Он же холодный. Очень хорошо. Не беспокойтесь. Ольга Николаевна, выручите меня еще раз. Здесь отснятая пленка. Очень важная. Очень важно. Оставьте у себя до вечера. А вечером я зайду, заберу. Хорошо. Если вы так хотите пить, то мы могли бы заказать лимонад. Следопыт. Вы не слушаете меня. Простите, Ольга Николаевна. Все, я здесь. Боже, как давно я вас не видел. Как я рад видеть вас. Что с вами? Хотите папиросы? Нет. Зачем вы курите? Что с вами? Я
Я пригласила вас сюда, чтобы поговорить. Я хотела сказать вам. Я хотела сказать, что я... Что я люблю вас. Ольга. Нет. Поймите меня правильно. Я еще живу Москвой, той жизнью. Максаковы. Да-да, Максаковы. Ольга Николаевна. Не перебивайте меня. Если бы вы могли подождать. Если бы вы могли хоть чуточку подождать. Я все умею делать. И еще мама и девочки. И мы все будем нежно любить вас. Только подождите. Чуточку подождите, чтобы я могла привыкнуть к этому чувству, понимаете? У вас слезы на глазах. Господи, вы любите меня. Очень. Да, очень. Я люблю вас, Господи. Господи, как хорошо, что я вам все сказала. Только подождите, чуточку подождите, хорошо? Ольга Николаевна, родная моя, я готов ждать вас всегда. Я не просто люблю вас. Я люблю вас так, что готов ждать всю жизнь. Ну вот. Теперь я должен быть. Как? Вечером я зайду к вам. Мы будем пить чай с вареньем. У вас есть варенье? Нет, джем. Ну вот, мы будем пить чай с джемом. С джемом. И разговаривать обо всем. И разговаривать обо всем, обо всем. Я буду ждать вас. Ольга. Я люблю вас. Зачем вы не уехали в Москву? Меня. Вы не помните меня? Нет. Он же говорил, друзья вы. Да кто? Ну как же? Ну вспомните, посмотрите на меня внимательно.
Ночь. Просмотр. Ночь. Вы не помните меня? Нет. Не помните. Не помните. Но это же ложь. Вы же... Ну, шутите. Моими афишами оклеен весь город, меня все знают. Вот, наконец, откройте же. Господи, боже мой. Вы трус. Да-да, вы трус. Предатель. Испугались. Испугались. Его убили, на площади убили, бедотом. С вами по 30 рублей. Но я решил заплатить вам по 50. Почти как модному писателю. Вот. Я вами доволен. Несмотря на то, что у вас есть принципы. Прощайте, голубчик. Спасибо. 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 Ну, до свидания, господа. Прощайте. Больше уж, наверное, теперь не увидимся. Ну, а вы что? Вы что грустите? Октябрь наступил. Вы знаете, неудачный день. Месяц для меня. То руку обварил в октябре кипятком, то жена ушла в 11-м году, тоже в октябре, то Потоцкого убили. Что? Опять? Опять, да? Ну что поделаешь, война? Кто просил в это дело лезть, понимаешь? Надо было ручку свою грудить наследует. Мы вот не лезем, мы живы. Живы ли? Что? Живы ли? Какая мерлюклюндия. Нет, я не позволю. Вадим! Вадим! Я! У нас там шампанское есть? Да. Живо шампанского! Мы должны весело проститься с этой страной. Шутя, играя. Ах, господа, господа, какое счастье! Сегодня последний съемочный день. Все! 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 Пожалуйста. Да. Еще ни одна фильма не давалась нам с таким трудом. Даже «Война и мир». А? Помните? Александр Александрович. Помню, помню. Александр Александрович. Александр Александрович. Александр Александрович. Отметим этот день, Александр Александрович. Перестаньте, черт. Перестаньте, как вам не стыдно? Вы талантливый человек, у вас нет врагов. У вас все... Берите, немедленно. Пожалуйста. Спасибо. Дорогой мой друг, только бездарности нет врагов. Сколько их у Горького, у Вахтангова. Сколько их было у Чехова, наконец. Вы знаете, надоело быть умным. Надоело. Я приготовила чай. Спасибо, Машенька. Спасибо. А
А что здесь делают эти доблестные воины? Тише, тише, господа. Это люди Федотова. Тише, они опять пленку ищут. А сам он где? Здесь, абсолютно пьян. Тихо, господа, умоляю вас. Нам нужно как можно скорее отсюда выбраться. Куда угодно, хоть в Тарары, куда угодно. Красные прорвали фронт. Федотов страшный человек. Думайте, господа, думайте. Думайте, умоляю вас. А где Ольга? А где Ольга Николаевна? Хермайстер, Ольга Николаевна отдыхает в отель. Я. Спасибо большое, спасибо. А вот и я. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Иди. Господин капитан, отдайте, пожалуйста, мне паковаться надо. Да нет, да, нет, да. Эх, господа. Да чего же я вас ненавижу? Кто бы это знал? Добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну я думаю, что можно снимать. Да, будем снимать. Все готово, конечно. Будем. А это у меня надо спросить. Будем мы снимать или не будем мы снимать? Мягкоголовые. Лялин! Йо! Ну как там у нас? Пока ничего, господин капитан. Все перерыли. Ищем. Может быть, пока ваши люди проводят досмотр, мы можем репетировать? Тю-тю-тю-тю-тю! Запрыгали. Канин! Я! Ты что, меня тоже убийцей считаешь, что ли? Никогда! Правильно. Я санитар, охрана среды, очистка леса. Понял? Ладно, ладно. Репетируйте ваш дребедень. Я посмотрю. Ну что ж, давайте репетировать. Давайте репетировать. Где Оленька? А где Ольга Николаевна? Я здесь. Ах, Оленька, вы здесь, я не заметил. Ой, простите. Оленька, вы сегодня прекрасно выглядите. Что я должна делать, Александр Александрович? Пойдемте. Пойдемте. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Ольга, садитесь. Садитесь. Стало быть, это последняя сцена фильма. Я хочу ее снять одним куском. Это сцена перед вашим самоубийством. Где револьвер? А где револьвер? Александр Александрович. Тихо, тихо, тихо. Прошу, прошу. Ольга. Я хочу это снять. Я хочу, чтобы вы здесь просто улыбнулись. Просто улыбнулись и... Знаете, Ольга Николаевна, когда бывает... В детстве. Ладно.
самый якорь. Так, ребята, внимание. Повторяю еще раз. Мы с Сашей займемся пленкой. Прикроем Ольгу Николаевну. Федотова и Вялина именем подпольного ревкома казнить. Ясно? Ясно. Ясно. Пошли. Никому не шевелиться. Всем стоять на местах. Дом оцеплен. Саша! Слава, перекрой дверь. Сейчас. Оставьте меня. Так, фонарь. Ребята, внимание, осторожно. Спокойно. Господи. Не пугайтесь, Ольга Николаевна. Смотрите. Я не мог тогда поступить иначе. Я просто не имел права. Мне сейчас трудно объяснить, Ольга. Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, милая, где пленка Потоцкого? Успокойтесь, прошу вас, Ольга Николаевна. Гримерная. Так. В шляпной коробке. Где это? Наверх направо. Наверх направо. Наверх направо, быстро. Прошу. Ольга Николаевна, у нас очень мало времени. Всего 3 минуты. Я прошу вас, будьте здесь. Не уходите никуда, хорошо? Голубчик миленький, не отпускайте меня. Ольга Николаевна, успокойтесь, прошу. Не мешайте нам. Не мешайте. Федотов уйдет, милый. Федотов уйдет. Вот так. Где пленка? Да, здесь. Останься. Хорошо. Где он? Где-то здесь. А второй? Уже готов. Ну-ка, дай-ка сюда. Ой, как на небе, так и на земле. Левее, левее. Лев, посвети в угол. Погоди, Миша, дай-ка фонарь. Посмотри у двери. Не веди нас в искушение, но спаси нас от лука. Я и мой Господь. Здесь он, братцы, вот он, вот он! Уходим, ребята! Слава, Володя, уходим! Уходим! Актриса. Да. Знаменитая очень. Скорее, Иван! Иду! Ты ведешь ее до города, ну? До самого центра. До гостиницы. Да. Без остановок. Понял меня? Понял. Головой отвечаешь. Очень прошу. Сделай, пожалуйста. Ладно. Вот и хорошо. Ольга Николаевна, он довезет вас до гостиницы. Вот и хорошо. Поехали. Ольга Николаевна, все будет в порядке. Все будет в порядке, Ольга Николаевна. Только, пожалуйста, будьте в номере, никуда не уходите. Я прошу вас, Ольга Николаевна, через 2 дня здесь уже будут наши. Счастливо! Иван! Иду! Саша! С пленкой уходи, Саша! Мы прикроем тебя! Уходи с пленкой! Революционерка! Революционерка! Ну, ничего. Вот сейчас из тумана выскочим и доставим тебя в лучшем виде. Вот и приехали, братцы! Меня капитан Федотов знает! Братцы, скорее уйдем! Постойте! Куда вы? Боже, куда же? Постойте! Боже, как же? Как же? Где же ты, мечта? Где же ты, мечта, слышу я, то ли это смех, смех, то ли это пыль.
Господа! Господа, вы звери! Господа! Вы будете прокляты своей страной, солдат! Моя душа! Возьми ее в ладони! Успокой! Верю я в тебя! Мечта.